Инвестиции в будущее. В администрации Щелковского района продолжают искать интересные и перспективные проекты. Каждый четверг в рамках инвестиционного часа предприниматели рассказывают о своих бизнес-идеях. Каждый четверг в 10:30 у нас проходит в рамках работы штаба по организации благоприятного инвестиционного климата вот такие вот инвестиционные часы. Я прошу всех, кто желает развивать свои производства, приходить на эти инвестиционные часы. Я прошу уважаемых коллег вот работать именно над этим, чтобы у людей, которые пришли сюда на инвестиционный час и которых мы сопровождаем на перспективу, было доверие к нашей работе совместно. О том, что если никто их не заведет в глухомань и пытается обелить. Строительство многоярусной парковки с торговой зоной. С такой идеей выступили представители компании «Инвестпаркин». Все расходы по возведению объекта берет на себя организация. Строительство ведется на муниципальной земле, занимает около года, а после объект передается в собственность муниципалитета. Мы, в свою очередь, для того, чтобы отбить инвестиции, делаем на первых двух этажах, да, то есть паркинг от 5 до 7 этажей получается у нас в зависимости от жилой застройки. На первых двух этажах мы размещаем ритейл-зоны. В проект предполагается инвестировать 200 миллионов рублей, что в перспективе позволит создать 150 рабочих мест. Пока предприниматели такую идею еще нигде не реализовали, но пример подобного паркинга есть в Мытищах. Предложение показалось руководству Щелковского района интересным, тем более, что возможность для строительства такого объекта есть. Предложили рассмотреть такой вариант вблизи таких транспортных наших узлов, это таких как Чкаловская, можно Щелково, посмотреть для того, чтобы использовать, для того, чтобы жители могли оставлять свой транспорт и не занимать такие большие площади. Кроме того, в рамках инвестиционного часа было представлено еще два проекта по развитию птицеводства и овощеводства в Щелковском районе. В целом заседание прошло эффективно. Результативность таких мероприятий по улучшению инвестиционного климата очевидна. По всем проектам, которые были представлены на предыдущих встречах, сейчас ведется работа, формируются дорожные карты. Но в администрации заверили, что здесь все еще ждут предпринимателей с интересными прорывными идеями. Крупные, прорывные на данный момент инвестиционные проекты промышленные мы пока еще не видим. Это непростая работа. У нас уже есть рабочая группа, которая поедет на саммит БРИКС. И там мы попытаемся затащить серьезных, солидных инвесторов, которые крайне необходимы экономике Щелковского муниципального района. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».